ролях: Элисон Толман, Софи Рид, Луис Бардонадо и Джобет Уильямс. Производство Small Drama Blue Suitcase. Здрасте, здрасте. Барракуда. Найди сайт Азино 777 и получи 777 рублей на игровой счет. Бастион. Ба. Сти. Он. Режиссеры: Джулия Гальперин и Джейсон Кортланд. Вейн Джозеф Кляйн.
не думаю, что я смогу. Это же твои дни, по праву. Я знаю, но не могу просить больше, чем одну неделю. Такие правила. Поэтому не уверена, что она скажет «да». Не смейся, я серьезно. А я нет? Привет. Господи. Простите, я не знала, что тут есть свет. Так бы включила. А вы Мэрил Клейн? Да. А ваш отец Вейн Клейн? Певец? Да, что вы хотели? Это прозвучит странно, но я... Мое имя Синалоа. Я твоя сестра. Сводная. Да. И никто не говорил обо мне? Я бы так не удивлялась тогда. А что? Ты его хорошо знала? Точно не как ты. Но он о тебе знал? То есть, ты была с ним знакома? Да. Он приезжал, когда у них были гастроли. Оставался на несколько дней. Приезжал куда? В Брайтон. На юге Лондона, у берега. Когда мне было 9, он остановился на месяц. Работал над альбомом. Он уходил на берег и писал весь день. На пирсе. После этого не приезжал. Какой альбом? Второй. Какой именно альбом он писал? «Слепая религия». Основан на старых английских балладах. Да, я знаю. Ну, я и подумала, надо встретиться. У меня никого больше нет. Жаль это слышать. Я слышала хорошее об Остине. Подумала, что смогу сыграть несколько песен. Ты музыкант? Да, пишу и пою под гитару. Остин стал популярным. Тебе понравится. Кажется, что... Не то, что я представляла, знаете? Где твоя гитара? Смешная история. Меня обокрали в Новом Орлеане. Пошла в туалет в парке. И гитара исчезла. А где ты остановилась? А ребята подсказали мне, куда пойти. Можем подвезти. А где это? Это было бы прекрасно. Это где-то в... Поднял бабла, стали другими дела, стали считаться со мной, знают, кто теперь я. Поднял бабла, машина в линию дала. У тебя талант, братан, да какой? Играть онлайн. Все говорят, а как? А как поднять бабла? Куда нажать? Ази на три топора. Я трачу и не плачу, то, что поднял вчера. Поймал удачу и держу за оба крыла. Ази на три топора, началась игра. Все по чесноку. Если поднял, отгрузят бабла. Дернул за канат и макака поймала банан. Сегодня я гуляю, бабки не влазят в карман. В стороне аэропорта. Ну, тогда сяду на автобус, если не смогу дойти. Не думаю, что автобус... Не переживайте, разберусь. Была рада познакомиться. Эй, если найду клуб, придете? Да, конечно. Пока. Может, нам... Нет.
Она же семья. Рауль. Ну давай. Рауль. Эй, извини. Синалоа, так? Да без проблем. Друзья часто тут. Так делаем в Техасе. В комнату Рэя, да? Ну. Принесу белье. Кто такой Рэй? Сын Рауля. Он с нами на выходных. А вы женаты? Нет, мы помолвлены. Милое место. Какая аренда? Вообще-то я хозяйка. Правда? Я купила его 10 лет назад. Он был в ужасном состоянии. Но я бы не потянула другой дом здесь. Ясно. А где туалет? Да, конечно. Средняя дверь в коридоре. Какого черта ты делаешь? На одну ночь. Мне все равно. Она твоя сестра. Люди знают о моем городе только, что там была написана песня об Эль-Пасо. Это... А как звали того, кто написал ее? А что с песнями Уэйна? Ну, маме пришлось продать большую часть песен, так что... Пришлось разбираться с долгами и другими вещами. Хочешь услышать записи? Нет, его тетради. Его тетради, куда он записывал музыку, тексты. Я бы хотела увидеть. Блин, надо было об этом подумать. Передай мне клубнику. Спасибо. Синалоа, вообще-то сегодня мы уезжаем на несколько дней из города. Что? Мы устраиваем вечеринку в честь помолвки на природе. Да, извини, что не получится провести больше времени. Нет, ничего. Остановлюсь в том месте. Ну, мы можем подбросить тебя. Правда? Ну да, это ж далеко. Если не сложно. Конечно, не сложно. Без проблем. Стой, не может быть. Нет, это тут. Спасибо, что подвезли. Я зайду на неделю, если буду в городе. Хорошо. Рада знакомству, Рэй. Пока. 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 Подождем, пока она зайдет внутрь. Мэрил. Что? Ты оставишь ее тут? Да она в порядке. Посмотри. Что ты предлагаешь? Ты знаешь что? Нашли это место. От деда и бабушки. Мы тут с 1840-х. Родители Уэйна? Да. Около 160 акров. Теперь как дача? Нет, мы даем тут пасти скоту, сдаем дом на сезон охоты. Покрывает расходы, поэтому и держим в семье. Ты хозяйка? Да.
Круто. Классное место. Да, Рауль думает изменить. Сделать местом отдыха. Посадить виноград. Фредериксбург — это следующая Напа. Не делайте так. Красиво. Да, хороший вид. Много пота тут вылилось. Точно не отца. Нет. Он хотел место, куда можно приезжать. Я считала это странным, когда он шел писать на берег. Любимое место туристов. Он любил путешествовать больше, чем что-либо еще. Друзья останавливались. Все время. В одной руке гитара, в другой пиво. И это длилось несколько дней. Наверное, прекрасно расти в доме, где все время музыка. Иногда. Он рассказал тебе обо мне? Нет. Прочитала твое имя в некрологе. Ты готов есть? Да. А это для кого? Спасибо. Цветы. Полевые цветы. Спасибо, Рауль. Пожалуйста. Также это. И это. Не может быть. Это уже старье. Это уже ничего не стоит. Совсем. Просто для сантиментов. Я не уверена, что на ней еще можно играть. Никто не трогал ее с тех пор. Выиграл. Не умею играть. Смешаем карты. Не хочу больше играть. Ты неудачница. Сам неудачник. Ладно, раскладывай дальше. Эй! Что-нибудь будешь? Нет, спасибо. Желание. Ты знаешь, Ваксвинь, ассоциация с этим местом. Спой тогда. Давай. Не могу. Чепуха. Нет, правда. У меня совсем нет слуха. Это плохо. The uttered sound was loneliness, and that gave birth to first blood.
truth to you was said so long ago. Know the land you live on and hold on to what you know. Fly too high to the sun, sun, you surely will come down. Fly too high to that sun, sun, you surely will come down. Привет всем. А где вечеринка? Привет, Патрисия. Рада тебя видеть. Как ты? Привет, мам. Привет, милая. Патрисия. Привет. Как доехала? Хорошо. Привет. Привет, дорогая. Не испачкай. Прости. Привет. Где Денис? О, это старая история. О, нет, он мне нравился. С ним скучно, как в церкви. И бездарный по части музыки. Думала, ты пострижешься. Итак? А что здесь тогда? Думаю, их отрастить. Правда? Да. Милый, ты можешь подержать мне стремянку? Джуниор, у меня тут скатерти и мои пироги в ящике. Кто-нибудь возьмите их. Я сегодня сделала ногти. Ладно. Я помогу вам. О, это очень мило. Спасибо, дорогая. Без проблем. Что-то не так? У меня помада тут. Ваши глаза. Необычные. О, что ж. Мне говорили, что они цвета неба Колорадо незадолго до шторма. Правда? Это работало? Вот черт. Хотела предупредить. Вы друг Рауля? Нет, сестра Мэрил. Вот черт, черт, черт. Мама, извини. Хотела сказать тебе раньше. Прости. Это долгая история. Что там? Нашел в спальне. Классно. Как убьешь? Зачем? Выпущу на волю. Может вернуться и укусить. Отвечаю. Не думаю, что это сработает. Ты никогда не знаешь. Никогда. Нет, нет. Эй, Синалоа. Это Спад. Он когда-то ездил с папой. Спад Вичью? Так точно. Вы отлично играли музыку. Спасибо, дорогая. Мэрил только рассказала мне про тебя и твоего отца. Брайтон еще много чего, черт возьми. Я просто головой трясу. Почему? Его нет уже 9 лет, а мы все узнаем о нем подробности. Я спросила Спада, может, он знал твою маму? Вы помните ее? Это она маленькая, с прямыми светлыми волосами. Моего роста, каштановые волосы, голубые глаза. Ее звали Роза. Работала в пабе «Крикет». А, черт, то место, где красный вельвет везде на стенах. Именно. Да, да, мы много пили тогда «Гринспот». Старый Вейн мог сильно разозлиться, если не было ирландского виски в баре. Но в том месте все было хорошо. Ты помнишь ее маму? Роза. Я даже не подозревал. Прости, дорогая. Извините.
ни за что не меньше, чем в 600 мест. Боже, так голодна. Да, а что? Ты кто? Я Трейс. Мой отец и отец Мэрил были кузенами. Значит, кузен Мэрил. Точно. Я уже знаю, кто ты, поэтому мы тоже кузены. Выпьем. Так ты приехала заявить о правах, или... Не говори мне. Все уже написано в твоей Библии. Может быть. Stories are told, and the fire is dying, and the logs are falling, but I'll keep you warm when the night's cold. Please don't ask me. Все еще получается твой фирменный пирог. Спасибо, Стивен. Выглядишь хорошо. Ну, у меня и дела очень-очень хорошо. Что? Она поет в точности, как отец. Stop.
Надо проветрить это место, Мэрилен. Воняет старичьем. Я пришла сделать кофе. О, ничего. Поросенок сухой. Нет, он отличный. Ты не пробовала? Нет, нет. Джуниор постарался. Я скажу ему. А тетя Кейн нашла тебя? Нет. А зачем? Не знаю. Я закончу и принесу тебе. Молоко и сахар тоже. Я знаю. Где твоя гитара, милая? На улице. Она не моя. Знаю. Думала, больше не увижу этот старый хлам. Я помогу тебе. Иди, развлекайся. Ничего, я уже закончила. Я хочу тебе помочь. Хорошо. Но лучше иди поиграй. Я буду следом. Вот и она. Хотел попрощаться с тобой. Уже уезжаешь? Да, надо проверить рыбу в реке. Рад был знакомству. Знаешь, если тебе интересны семейные сплетни, обращайся. Поехали. Неплохая. Спорим на $20, что я знаю, почему ты здесь. У меня нет денег. Понятно. Ты не так поступаешь. Ты в Техасе. Что это значит? Это значит, что людей надо знать, чтобы дела сделать. И ты знаешь людей? Некоторых. Если бы Вейн был моим отцом, был бы обиженным. Я могу представить тебя моему юристу. Он знает все о наследстве и
подростках и сохранности фактов и другом. Мэрил не знает, что делать с этим раньше. И не хочет знать. На это много не надо. Сдавать эти земли. И вуаля. У тебя куча денег, милая. Ты очень вдумчивый человек. Эй. У тебя есть законные права. Справедливо. Куда я дел свой нож? Это за что? Черт, ты порезала мне ухо. Всего мелкий порез. Вот сучка, я тебе помочь хотел. Мне это не нужно. Мне не нужна ничья помощь. Я не слышала машину Трейси. Ты же знаешь, он наш кузен. Да. Хорошо. Возил меня на рыбалку. Да? И предложил подать в суд на часть имущества. Правда? Ага. И что ты сказала? Немного. Порезала ему ухо. Ты... Что? Порезала ему ухо ножом. Сильнее, чем хотела. Но он понял. Он в порядке. Ты серьезно? Черт, прости, надо было предупредить тебя о нем раньше. Он вроде паршивой овцы Но ты же в порядке? С тобой все хорошо? Я в порядке. Да? Даже позже. Моя начальница любит порядок во всем. Не похоже на образцовый музей. Но выставка невероятная. Хочешь глянуть, пока не открылись? Крути быстрее. Нет, 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 нет. Здесь все аккуратно, включает в себя разные овощи, фрукты. Ну, ты знаешь. А зачем это? Помогает научить детей сельскому хозяйству, стабильности, базовой торговле, такого рода вещи. Пошли? Да. Было такое в детстве? Нет.
Отлично, хотела тебя увидеть. Привет, Андреа. У нас впереди VIP-обед и пересмотр плана. Хорошо, освобожусь через минуту. Вообще-то уже 9. Хорошо, поняла. Это моя сестра, Синалоа. Я показала Гене много, что тут у нас. Сестра-сюрприз? Да. Рада с вами познакомиться. Андреа — директор отдела. Она отвечает за финансы. Мы команда. Я пойду. Хорошо. Увидимся позже. Очень приятно. Чем занималась? Пела на улице. Потом зашла в пару мест. Один или два раза в неделю — это все, что нужно. Ты найдешь что-нибудь. Может, ты поможешь? Люди в клубе, друзья отца. Не знаю, думаю, эти места уже закрыты. А есть ли тот парень, с которым ты меня знакомила? Парень в рубашке. Что? Я не закончила. Прости. Знаешь, есть люди, у которых я могу спросить. Правда можешь? Да, конечно. То есть, ты рискуешь закончить в баре типа Флагервиль, но я могу тебе помочь. Ну, хорошо. Посмотрим тогда. Я сейчас. Привет, мам. Да, подожди. Спрошу его. Милый. Да? Эй, мама просит тебя позвонить твоему другу, сантехнику. Это насчет ее душа. Я дал ей его номер. Я знаю. Он говорит по-английски. Не знаю, можешь ему позвонить? Ладно. Спасибо. Да, он позвонит ему. Да, я люблю тебя. Пока. Ладно. Мама купила кучу свадебных журналов. Я скоро, ладно? Я наклеила стикеры на красивые платья. Но, возможно, придется отправиться в Хайленд Парк. Я видела красивые платья и в городе. Что это? Я подумала, мы попьем чай из бабушкиного сервиза. И... Она отдала это, когда мы с папой поженились. Чистое серебро. Проверь клеймо. Ты не носила его при мне. Ну, знаешь, серебро не подходит по оттенку к моей коже. Бабушка должна была это заметить, но... Думаю, тебе очень идет. Thank you.
Заказ торта — лишние заботы. За ним надо ехать 3 часа. Они лучшие в штате. Какой-то день они собираются в одном месте и выставляют все товары. Круто, да, но это выглядит дорого. Давай закажем слоеный торт от H-E-B или торт пиньяту. Пойми, ты заслуживаешь чего-то особенного. И я хочу тебе помочь. Разве это плохо? Нет. Тогда прекратим ссориться. Это твой день. Думаю, я должна поблагодарить Саксона, что разрешил мне выступить. Эту песню мой папа написал для моей мамы. Мне нужно в тренажерный зал в 6:30 утра. Ты не останешься праздновать? Не сегодня, простите. Что ж, поздравляю. Да. Выпьем за тебя. Это твой вечер. Ого. Ты пропустил. Мне нравится. Мой любимый напиток. Мне нужно идти, но вам стоит остаться и повеселиться. Мы всегда можем взять такси, если ты захочешь еще раунд. Черт, конечно, да. Да. Круто. Встретимся позже. Пока. Пока. Круто получилось. Поздравляю. Удачи. Спасибо. Пока. Классное выступление. Спасибо. О, еще одна порция. Спасибо. За нас. Спасибо. У меня в голове играет то соло. Сегодняшнее? Да-да-да. Скрипка. Это недалеко. Спустимся? Нет. Нельзя. Там ведь строительный мусор.
Пару лет назад один идиот прыгнул, и его проткнуло арматурой. Очень плохо. Что за песня была первой? Он написал ее для нас. Он пел ее где бы ни был. Иногда даже по телефону. Тебя это беспокоит? Нет. Может, немного. Только это он сделал для нас. Я могу делать сальто, а ты? Да. Да. Один, два, три. Это пещера? Она соединена с водоносным горизонтом. Мы можем посмотреть? Нет, стой, нет. Люди пропадали там. Их тела находили на дне. Это опасно. Не надо. Синалоа. Ты напугала меня. Знаю. Не останавливайся, так красиво. Думала, ты спишь? Просто дремала. Все еще пишешь текст? Да, работаю над ним. Так, мне надо отойти. Что? Прости, я не думала, что ты будешь против. Прости. Моя мама. Снова. Не похоже на нее. Свадьба так на нее повлияла. Твоя мама.
Вы были близки? Да. Она много работала. Но мы жили вместе. Она была ненормальной. Но милой. Сколько тебе было? Когда? 17. Да уж. Люди умирают, ничего особенного. Знаешь, есть классный старый танцевальный зал. Нужно сходить. Тебе понравится. Обязательно. Можно сейчас? Не думаю. Я не говорила Раулю, что мы были здесь. Прости. Присоединимся к ним. Так, готовы? Давай. Двигайся медленно. Медленно. Так, поехали. Добрый вечер. Можно? Да, конечно. Вам нравится эта группа? Да, они классные. Согласен. Я Тейлор. Я Мэрил. Мэрил? Думала заказать нам пиво и отправиться на ранчо. Это ведь недалеко? Ребята, простите, мне нужно поговорить с моей сестрой. Вы можете подождать? Да, конечно. Спасибо. Было приятно познакомиться. Что ты делаешь? Будет весело. Ничего серьезного. Для меня это серьезно, Синалоа. Мне нужно домой. Ясно? Ты еще не замужем? Я пошутила. Offer me growth.
все в порядке? Нет. Твою мать. Блин. Черт. Что ты делаешь? Звоню в контроль за животными, чтобы они приехали. Сюда? Тогда я найду ближайшую ветлечебницу. Мэрил? Ее лапы сломаны, ей больно. Знаю, мы вызовем кого-нибудь, они приедут. Зачем это? Подойди. Я не буду этого делать. Это ты ее переехала. Нельзя позволить ей лежать здесь и мучиться от боли. Это неправильно. Я помогу тебе, но ты должна быть первой. Ты никогда не простишь себя, если я это сделаю. Она все равно скоро умрет. Это неправильно, ты ведь понимаешь? Да. Все нормально, дружище. Мы тебе поможем. Нет, я не могу. Можешь. Я покажу тебе. Я досчитаю до трех. Один. Нет. Два. Отвалите, это общественное место. Да? Чёртовы фашисты. Спасибо, что ты меня забрала. Где документы? Украли в Новом Орлеане. Тебе нужно сделать новые, ты не можешь разгуливать без них. Ты серьезно? Да. Да ну? Да. Встреча с поставщиком завтра в 10 часов. Я думал, в следующую субботу. Я записала в твоем календаре. Я хочу поехать в Сан-Антонио на футбольный матч Рэя. С ней трудно договориться, она постоянно занята. Я доверяю твоему решению. Ты разбираешься в этом лучше меня. Дело не в этом. Я хочу, чтобы ты помог мне. Зачем? Из-за твоей мамы? То, что она платит за это, не значит, что она составляет меню. Я схожу к поставщику с тобой.
Не думаю, что это хорошая идея. Следую твоему примеру. Соглашаюсь со всем. Я думал о том же. Если тебе нужен кто-то еще, проблема решена. Ясно. Тебе нужно сказать ей, чтобы она надевала пижаму, шорты или что-нибудь такое. Ее не стоит это видеть. Что? Он давно уже видел, что похуже в интернете. Что подумает, узнав, что в нашем доме странная девушка ходит в одном белье? Не хочу этого знать. Кто тут странный? Это моя сестра. Не знаю, твоя ли она сестра, но она очень странная. А что это за блюдо? Это слойка с морепродуктами. Самое популярное канапе. Спасибо. Много перца. Не знаю, мне нравится довольно остренько. Нет, я согласна с твоей мамой насчет перца. Очень много. Хотя нет, мне нравится послевкусие. Неважно. Спасибо. Еще раз, как это называется? Утка с кумкватами. Локва. Соус из локвы. Понравился перепел? Да. Мне тоже. Да, вкусно. Бар с открытой веранды выглядит дешево. А знаешь, можно заказать фирменный коктейль специально для свадьбы. Будет забавно. Ты посмотрела оставшиеся журналы? Посмотрю. У нас не так много времени. Я думала о том, что было бы классно заказать себе платье. Может быть, выбрать что-нибудь в светло-зеленых тонах. Мэрилен, зеленый тебе не подойдет. Ты невеста, а не подружка невесты. Белая или слоновая кость? Может, что-то с высоким воротником? Надеюсь, ты сходишь в зал. Боже мой, это твоя дочь. Не знаю, кто ты такая, чтобы так... Ты меня не знаешь. Прошу, не надо. Мама? Я покажу тебе ми-минор. Это легко. Два пальца сюда. Повыше, а вот этот вот сюда. Да. Сожми сильнее. Так, правильно? Да. Теперь до мажор. Этот сюда, другой вот сюда, третий. Сильнее. Рэй, начни делать математику. У нас был урок игры на гитаре. В другой раз. Иди. А можно попозже? Нет, сейчас, пока еще не поздно. Вперед. Оставлю дверь открытой. Спасибо. Да, я знаю, мам. Да, пойми, мы оба очень ценим все то, что ты делаешь для нас. Да. Да, я согласна с тобой. Это было неразумно. There's a picture in the window that's only there to hold out.
the light. Understanding is suffering, and nothing's ugly when it's out of sight. Little sister, would you wake me if the house caught fire in the night? Эй! Эй! Много было людей. Вечер понедельника. Почти никого. Черт, прости, я думала, что закончу все вовремя. Но... Почти 11, а ты все еще работаешь? Да, мой босс хочет, чтобы все эти новые слайды для спонсоров были готовы завтра. Как всегда, все в последнюю минуту. Я буду рада, если успею закончить до 2 ночи. Что? Не мое дело. Эй, извини, что пропустила выступление. Ничего, спокойной ночи. Они пришли на 5 минут раньше. Как у вас тут дела? Еда готова. Еще пара минут. Отлично, приглашу их. Подожди, не надо. Что-то не так? Нет. Я просто хочу убедиться, что все в порядке. Ладно. Эй, как ты? Лучше, спасибо. Отлично. Думаю, надо выпить побольше кофе. Наверное. Да, извини. Как все прошло? Трудно сказать, но узнаем наверняка, когда прояснится. Ого! Знаю. Да, это замечательно. Да. Я бы хотела обсудить с тобой новый проект. Я интересовалась нужными прогнозами. Теперь даже не знаю, ведь все относительно. Мне было бы интересно, сможем ли мы нацелиться на... В порядке? Я ушла с работы. Что случилось? Не знаю. Прости. Мы уходим. Я не могу. Меня не волнует. Тебе станет лучше, если выпьешь текилы, поверь. Блин, что я натворила? Придется пересмотреть бюджет. Помоги мне с выступлениями. Поделим прибыль пополам. Мне надо платить за ипотеку, Синалоа. Избавься от него. Он тебе не нужен. Я не продам его. Так подожги его. Да. Ого.
Должно быть круто не беспокоиться о будущем. Мы уверены только в одной вещи. Жаль, что ты не была с Уэйном в его последние месяцы жизни. Никакой славы. Пока ты не наденешь подгузник и не будешь умолять одолжить сигаретку. Я бы хотела быть там. Я бы хотела быть на его месте. Мы все решим. Знаю. Нам просто... Нам нужно уменьшить расходы. Я могу отработать дополнительные смены, пока ты что-то не найдешь. Что? О, я просто подумала, что должна пойти искать ее или еще что-то. Серьезно? Ты об этом беспокоишься? Ты на взводе, потеряла работу, отличную работу. Можешь не начинать снова. Я здесь говорю тебе, эй, все будет в порядке. Мы можем все уладить, составим план. А ты пялишься в чертово окно? Нет. Я не понимаю. У нас все было замечательно, а потом ты решила это изменить. Неправда. Что? Не все было в порядке. Не понимаю тебя. Он остался у друзей на несколько дней. Из-за твоей работы? Ты должна найти себе жилье. Что? Почему? Ну, потому что... Мои отношения с Раулем для меня на первом месте. И потому что все... Думаешь, ты важнее для него, чем его сын? Хоть кому-нибудь ты нужна? Когда увидела тебя, не думала, что ты мне понравишься. Я на это не надеялась. Но я дала тебе шанс. Сейчас мы как сестры, да? Да. Разумеется. Ты единственная в мире, с кем я поделюсь кровью. Это очень много для меня значит. Я понимаю это. Просто... Я никогда тебя не обижу, Мэрил. Я все исправлю. Нет, Синалоа, не надо этого делать. Все, что мне нужно, чтобы ты помогла мне собрать твои вещи, когда у тебя будет время. И... Возьми гитару. Она нужна тебе. Когда ты сможешь, ладно?
Тебе помочь? Сегодня Рауль уехал. О чем ты говоришь? Мэрил уволилась с работы. Они поссорились, свадьбу могут отменить. Ее не будет еще полчаса. Есть кое-что еще. Я могу войти? Поговорим здесь. Ты знала обо мне? Не понимаю, как ей это поможет. Я здесь не для того, чтобы все испортить. Я хочу кое-что узнать. И я уйду, и ты никогда обо мне не услышишь. Да, я знала о тебе. Ты просила Вейна не видеться с нами, когда узнала. Дорогая, я не могла заставить Вейна это сделать. В это трудно поверить. Если он узнал, что у него другая семья... У него не было другой семьи. Мы были его семьей, Мэрил и я, и мы заслужили это. Я скажу тебе кое-что о Вейне Кляйне. Да, он был пьяницей и наркоманом, мошенником, лгуном. Его никогда не было рядом. Так что прости меня, если я не плачу, потому что ты его мало знала, думаешь, что это счастье. Хорошо. Я поняла. Он умер. Но ты, я и Мэрил. Ты, я и Мэрил? Что? Я пытаюсь дать тебе шанс. Можешь не быть такой резкой? Если ты закончила с вопросами... Почему, черт возьми, он выбрал тебя? Потому что твоя мама была ничтожеством, а когда мужчина наиграется с ним, он от него избавляется.
Внимание всем игровым! Заходи на Азино 777. Отыграться и выиграть можно только тут. Просто так брать мою машину. Что случилось? Я подралась. Если тебе нужно еще пару дней, я уеду сегодня. Куда? Не знаю. Я куплю билет, если выберешь место. У меня есть еще одна просьба. Сегодня душно. Поплаваем перед поездкой? Да. Убедись, что сумку не украдут. Все будет нормально. Могли бы поехать вместе. Мы отличная команда. Жаль, что я не могу. Ты можешь. Тебе нужно решить, чего ты хочешь. Последний шанс. Меня. Или можешь помириться с Раулем, найти работу, даже завести ребенка. Купить дом побольше. Это не единственный вариант. Если так хочешь. Зачем ты сюда приехала?
ты как думаешь? Я о многом тебе не сказала. Хотя, может, ты и не захочешь это знать. А что бы я хотела знать? Он думал о тебе. Ты была для него очень важна. Ты знала? Нет. Я знала кое-что получше. Ты в порядке? Да. Пойду заплачу. Схожу в туалет, пока заправляется. Sister dear, come join.